39-летняя Ким Кардашьян создает идеальный образ работающей матери. Оказалось, что звезде реалити-шоу пришлось многим пожертвовать ради семейного благополучия. Американская модель призналась, что за последние годы кардинально изменила свои привычки. Супруга Канье Уэста выше своих интересов поставила интересы четверых детей – 6-летний Норт, 3-летнего Сейнт, годовалый Чикаго и 6-месячного Псалома. Многодетная мама заявила, что из-за наследников у нее поменялся даже распорядок дня. По ее словам, раньше она любила бывать на вечеринках и светских мероприятиях, но с появлением детей от частых выходов в свет ей пришлось отказаться. «Теперь каждый день я просыпаюсь в одно и то же время, рано утром, как правило, в 5 часов. Потом делаю свои дела, занимаюсь детьми, мужем. Спать я ложусь тогда, когда ложатся дети. И так теперь всегда. Если я нарушу этот график, у меня вообще не получится успеть сделать все запланированное. В каком-то смысле я раб своих домочадцев», – иронично отметила Ким. Кардашьян уточнила, что отказалась от алкоголя из-за того, что он негативно влиял на ее кожу. «В 20 лет ты ни о чем таком не задумываешься. Даже в 30 с небольшим. Но сейчас, если я выпью, у меня текает лицо. Появляются мешки под глазами. Честно, тут даже косметика бессильна. В общем, я не пью, не хожу на вечеринки и подчинена режиму своих детей», – подытожила модель в беседе с Screen Rant. Сейчас Ким находится в Японии. Она похвасталась своим новым образом. Кардашьян надела белое обтягивающее платье с декольте и на тонких бретельках. Как оказалось, наряд принадлежит младшей сестре Ким, 22-летней Кайли Дженнер. Платье позаимствовала у Кайли. «Прости, сестренка, когда-нибудь я тебе его обязательно верну», – иронично пошутила модель. Двоих детей из четверых Ким родила сама. Обе беременности дались ей непросто и имели серьезные последствия для ее организма. Она призналась, что часто плакала накануне рождения первой дочери. На днях звезда умилила поклонников нежным семейным снимком. Артистка заявила об отказе публиковать голые селфи.